This conference will now be recorded. Ага, раз-раз, всем привет, рад вас видеть. Значит, давайте знакомиться. Зовут меня Лохтеров Вячеслав Александрович. Я являюсь преподавателем в замечательном учебном центре «Специалист». И сегодня проведу вебинар. Кстати, коллеги, кто подключился, напишите, какая тема вебинара, мне просто интересно. Вот, а я вам буду подсказывать. Вот, вебинар я буду проводить, используя рабочую станцию на территории специалиста. И вебинар наш с вами посвящен замечательной системе мониторинга Zabbix. Значит, я периодически провожу рекламные вебинары, пытаюсь придумать интересные темы. И сегодня у нас тема посвящена тому, как Zabbix может вам сообщить о проблеме. Значит, Zabbix – система мониторинга. Вот. Ну и в двух словах о наших курсах, как реклама, да, специалист.ру. Значит, если вам понравится вебинар, вы захотите записаться к нам на курсы, то проще всего это сделать, найдя на сайте специалиста каталог курсов. Курс по Zabbix входит в линейку Linux и свободное ПО. Вот, у нас очень большая линейка курсов. Я, кроме того, что преподаватель, основное место моей работы – это я инженер в МВТУ имени Баумана. Работаю, как это раньше называлось, сисадмином, да. Вот, но сегодня, значит, сегодня мы говорим, что вот инженер, да, Вячеслав инженер. Так, открывайся сайт. Вот, и работая там системным администратором или инженером, занимаюсь системами Linux и разрабатываю курсы для центра специалист, там же их веду. Значит, у нас большая линейка курсов, и чтобы не запутаться в них, сделан вот такой вот интерактивный путеводитель. Вот, и начинается все с курса, который у нас называется Linux 1, основы Linux, рассказывается, что такое Linux, как его выбрать, как его поставить, как завести пользователя, обновить. Вот. Ну а дальше идет курс, на котором рассказывается, как с пользой этот Linux использовать, как превратить его в файловый сервер, почтовый сервер, в шлюз в интернет и так далее. И вот курс, который мы сегодня с вами, значит, рекламируем, это курс, посвящен мониторингу всего этого хозяйства. Значит, вот у вас шлюз в интернет, вот у вас DNS-сервер, вот у вас почтовый сервер. Как сделать так, чтобы если какие-то проблемы с этими сервисами обнаружились, вы об этом узнали. Вот. И, значит, тема, пока оставлю путеводитель, тема нашего курса, соответственно, заключается в том, что Zabbix может вам позвонить, да, вот. Ну и специально, как бы, идея в том состоит, что если у вас на работе система мониторинга, а интернет на этой работе пропал, то как Zabbix может вас уведомить? Ну, если вы на территории работы, это одно дело, а если, например, вы не на территории работы, то по сети он вам там не отправит сообщение ни по почте, ни там через какие-то другие системы уведомления. А вот позвонить через вторую сеть, которая телефоны, вполне возможно. Значит, для своих занятий я пользуюсь вот таким вот методическим пособием. Вики, Вал, БМСТУ.ру. Вики – это Википедия, Вал – это Вячеслав Александрович Лохтеров, я. БМСТУ – это Бауманский университет, место моей основной работы. Вот, и здесь имеется план лабораторных работ для нашего семинара. Материалы по методике чтения курсов. И наш вебинар, мастер-класс, так и называется. Zabbix вам позвонит и расскажет. Сам мастер-класс, значит, вот его реклама, почти то же самое, что я озвучил. Сам мастер-класс проводится в канве курса Zabbix. Значит, исходное состояние стенда заключается в том, что у нас уже имеется развернутая инфраструктура предприятия. На всех курсах, кстати, она идентична. Вот. И в частности, на курсе Zabbix имеется две Linux-машины. Одна называется «Шлюз». «Шлюз» соединяет локальную сеть предприятия с интернетом. Вот локальная сеть предприятия, моя любимая 13-я. Вот IP-адрес, который нам провайдер предоставил. Вот, значит, и имеется система сервер, на которой в данном курсе развернут Zabbix в первую очередь, ну и все остальные сервисы будут тоже здесь разворачиваться. Zabbix уже развернут, к нему уже можно подключиться. У сервера 10-й IP-адрес в локальной сети
предприятия. И также, согласно курсу Zabbix, уже имеется учетная запись Zabbix студент с паролем password. И этот студент password является администратором и может добавлять точки мониторинга. Вот, и такой точкой у нас с вами будет, вот шаг первый у нас уже как бы из курса достался, а вот шаг два, давайте настроим мониторинг первого провайдера, так, чтобы можно было сразу получить уведомление, если он по какой-либо причине недоступен. Идем на курс специалист по Zabbix'у. И там узнаем, что добавить точку мониторинга можно в разделе Configuration, Hosts, ну, либо открываем документацию к Zabbix'у и создаем новую точку мониторинга. Ну, я буду старательно копипастить из методички. Значит, назову я эту точку ESP1. Поскольку Zabbix нам будет звонить и по-русски рассказывать о проблеме, мы сразу добавим с вами русское описание этой точки подключения. Значит, обязательно точка подключения должна входить в какую-то группу. Ну, сделаем новую группу так названием «Внешние хосты». Вот. Ну и, собственно, на всех курсах у нас первый провайдер имеет IP-адрес. IP-адрес вот такой вот в сети первого провайдера 172.16.1.254. Значит, никаких шаблонов назначать не будем, на провайдере никакого Zabbix-агента нету, но, тем не менее, это не мешает какой-то мониторинг к этому узлу прикрутить. То есть в элементы мониторинга мы с вами добавим элемент, который тоже назовем по-русски, русское слово ping, да, проверка пинга. Значит, тип в данном случае, еще раз, никакого Zabbix-агента на провайдере у нас, ну, может быть, и есть, но это не про нашу честь, да. Вот, мы будем использовать простую проверку. Вот, и среди простых проверок имеется проверка с названием ACMP ping. Она как раз и будет посылать пакеты пинга. И чтобы нам с вами побыстрее результат видеть, сделаем интервал рассылки пакетов на 20 секунд. Раз в 20 секунд будет посылаться пакетик пинг. Так, элемент, пожалуй, минимум мы с вами добавили, добавляем. Так, ну и сразу сделаем триггер. Триггер – это основа уведомлений, который будет срабатывать в момент, когда этот пинг перестанет быть успешным. Для этого перейдем в разделы триггера нашего нового узла и создадим триггер. Значит, имя триггера сразу же сделаем правильным. Правильным подразумевает, что масштабируемый наш с вами триггер и элемент данных, и хост можно будет склонировать, и автоматически будет подставляться имя узла в сообщение, которое будет срабатывать в триггере. Так, далее. Падение провайдера – это, безусловно, страшная вещь, да, пожалуй, самая страшная, которая только может быть. Вот, и само выражение триггера я тоже скопирую из методички на курсе по Zabbix'у или из документации. Вы узнаете, что оно говорит, что если два последних значения, вот эта решетка 2, равны нулю, которая возвращает элемент ICMP ping, то тогда триггер переходит в сработавшее состояние. И, собственно говорю, добавить триггер. Ну, чтобы убедиться, что что-то мониторится, можно прямо пойти в раздел мониторинг, latest data, выбрать среди узлов группу внешних узлов, выбрать первый узел, вот, сказать применить и увидеть, что у нас уже проверка пинга, элемент имеет данные. Вот единичку, график можно посмотреть. Вот, ну, в общем, мониторинг идет. Хорошо, тогда оставляем Zabbix в покое и двигаемся дальше. Я сказал, что Zabbix вам позвонит. Конечно, Zabbix сам звонить не умеет, это не его задача, зато прекрасно умеет звонить система Asterisk. И это реклама курса по телефонии, который я тоже веду и буду с удовольствием вас обучать Asterisk'у, если вы туда придете. Значит, если вы туда придете, я вам расскажу, что Asterisk – замечательная система, которую можно установить разными способами. Самый простой способ – это использовать какой-нибудь хороший Linux,
какой на свете есть хороший Linux. Холиварная тема, да? Debian хороший Linux, вас учит Вячеслав. Вот, ну, значит, есть у меня масса аргументов за Debian. Это я вам зубы заговариваю, пока у нас астериск устанавливается. Ну и давайте замерим, сколько времени понадобится на установку астериска в Debian. Вот считаем, да, сколько здесь, наверное, уже полминуты точно прошло, может даже и больше, да. Вот он ставится. Вот он у нас поставился. Нет, это он только скачался. Вот он у нас поставится сейчас. Так, далее. Нам надо будет эту телефонную станцию настроить. Тоже целый курс по астериску рассказывает, как это нужно делать. И, конечно, у нас все настраивается с использованием самых современных решений. Для тех, кто знает, что такое астериск, сразу скажу, что у нас на курсе PGSIP обязательно присутствует. Все лабы с PGSIP у нас присутствуют. Но чтобы прямо сейчас не оттолкнуть людей от астериска, я возьму старенькую реализацию ChemSIP, и она замечательна тем, что сама настройка в ней выглядит гораздо проще. Я добавлю один единственный канал, 403, к которому будет подключен телефон 403. Вот, это позволит нам какие-то звонки совершать, принимать и так далее. Вот, и я создам простейший номерной план, который позволит протестировать телефонию, прежде чем заставить ее использовать Забик, значит, все лабы из первого курса по астериску. И вот, в частности, кроме телефона, я описываю простейший диал-план. Приходите к нам на курсы, и мы с вами все подробно это научимся там делать. Соответственно, добавляю план нумерации, немножко его модифицирую согласно плану вебинара. Вот, и если позвонить на номер 301, то астериск должен несколько раз сказать великую фразу из учебника программирования великого Hello World, да. Так, ну хорошо, значит, астериск у нас базово настроен, давайте проверим, перечитаем файл конфигурации и возьмем какой-нибудь телефон. Значит, телефоны, опять же, бывают железные, бывают софт-телефоны. И в курсе рассматриваются несколько софт-телефонов, железные телефоны у нас компания Panasonic предоставила. В общем, все есть и оборудование. Ну, а среди софт-телефонов два телефона мне нравятся. Первый мне нравится Zoiper, очень, особенно старой версии. Второй нравится Phoner Lite. Значит, можно взять его, скачать с сайта производителя, можно скачать с моего сайта. Я его там тоже разместил, чтобы всегда был под рукой. И вот результат Phoner Lite у нас уже установлен на эту машину. И я говорю, Phoner Lite, подключись, пожалуйста, к нашему серверу 172.168.13 сеть, 10 IP-адрес. Так, и подключись к учетной записи 403. Помните, я делал, да? Т, паспорт, кто помнит, какой там пароль был, молодцы. 403. И, собственно, говорю... Да, вот такой зелененький значок говорит, что все хорошо. Ну, все ли хорошо? Давайте попробуем позвонить на 301 номер. Hello, world. Hello, world. Hello. Да, немножко затыкается на последней фразе, но это не проблема астериска или Phoner Lite, а проблема того, что я работаю по RDP с рабочей станцией, телефон как бы там запускается. В общем, работает. И мы можем считать, что шаг. Третья установка и настройка астериск у нас выполнена. Так, если мы с вами все это делали бы по-настоящему, вот, например, это решение явно будет развернуто в Бауманке. Ну, не все, что мы делаем на курсе, я делаю в Бауманке, хотя это часто бывает. Вот, точно надо будет добавить. Так вот, если бы это было сделано в Бауманке, то мы бы добавили еще, или на курсе астериск номер 2, там где оборудование, мы бы с вами были на курсе астериск номер 1, там, где изучается астериск. Теперь реклама курса астериск номер 2, телефонное оборудование. Там было бы рассказано, как подключить астериск к сети общего пользователя, телефонной сети. И тогда можно было бы сделать так, через голосовой шлюз, отправить вызов на мобильный телефон бы зазвонил, и если пользователь снимет его трубку, то он услышит как раз ответ, который запрограммирован за этим номером.
Но мы не будем это делать, поскольку голосового шлюза под руками нету, надо ехать в класс, там все это разворачивать, так как это делается на курсе «Астериск номер 2». Поэтому перейдем к следующему шагу. Значит, «Астериск» должен будет нам позвонить по просьбе Забикса и рассказать о проблеме. Поскольку проблемы бывают разные, и все они описаны текстами триггеров, вот так, если посмотреть, да, то мы видим, что, значит, имеется триггер, в триггере имеются тексты, и вот это все надо произвести, там, такой-то узел не отвечает на пинг и так далее. То запрограммировать сразу все возможные варианты проблем как-то не очень удобно. Есть возможность делать это на лету с помощью системы синтеза речи. И это реклама курса «Астериск номер 3». У нас есть курс «Астериск. Интеграция с внешними системами». И одной из этих систем будет система синтеза речи, которую, опять же, я сейчас установлю на свой сервер. Вот, как вы видите, любая задача, она решается комплексом программных систем. Пока этот фестиваль устанавливается, немножко тоже вас поразвлекаю. Я не часто читаю первый курс по Linux, слава богу, отлично справляются мои коллеги, но иногда доводится это делать, и периодически слышу такие вопросы от людей. Значит, Вячеслав, а вот скажите, в Linux, а вот это можно сделать в Linux, а вот это, а вот то вот можно сделать в Linux? И, значит, я говорю, да, это можно так сделать, а это вот это можно сделать. Я люблю Linux, люблю рассказывать про него. Ну вот, а иногда я так говорю, знаете, в Linux можно сделать все. Вот просто все. Они так говорят, да, не может быть, как нам повезло. Вот, на самом деле это действительно так. Ну, вопрос абсолютно достоверный. Можно найти готовые компоненты, но даже если вы придумали какую-то задачу, которую вот никто до вас никогда не решал, и вот вы встали просто один перед ней, значит, как этот герой, да, древних времен, то это ничего, значит, не отменяет. Можно взять и написать готовое свое решение, поделиться с ним, им с сообществом. Вот. Ну, на самом деле, все, что мы используем в Linux, оно так или иначе так и произошло. Значит, ну, развлекаю вас, устанавливается у нас система синтеза речи. Сейчас, надеюсь, это дело дойдет. Вот. Ну, а пока оно ставится, могу вас поразвлекать другими курсами. Какие у нас еще курсы? Так, какие у нас курсы? Да никакие курсы. Все, расскажу потом, когда еще будет пауза. Вот, поэтому, соответственно... Поэтому систему фестиваль мы с вами установили. Ну и надо сказать, что этой системе надо побольше оперативной памяти, поэтому, поскольку это у нас в конве курса по Забиксу, мне придется сервер остановить, мне придется на сервер докинуть оперативной памяти. Вот. Ну и смотрите, вот, например, Забикс в тестовом режиме прекрасно работает в 512 мегабайтах, да? Попробуйте найти что-нибудь. Вот. Ну, а здесь мы сделаем 2 гигабайта, тоже не ахти сколько. Так, запускаем обратно сервер. Заодно, кстати, если так под капот заглянуть, фестиваль установил звуковые драйвера. Это нам, в принципе, понадобится для того, чтобы поработать с системой синтеза речи из командной строки. Вот. Ну и чтобы поработать с системой синтеза речи из командной строки, я сейчас вот такой вот прообраз нашей будущей реализации сделаю. То есть ожидается, что у нас Забикс, узнав о проблеме, давай, наш Забикс, узнав о проблеме, создаст файл текстовый, в который запишет сообщение о проблеме, а потом каким-то образом сообщит Астериску, что пора по этому поводу совершить звонок. Астериск возьмет систему
фестиваль, и, соответственно, да, ну какая-то казуистика с перезапуском системы. Ладно, не буду пока думать, в чем может быть причина. Скорее всего, какие-нибудь следы от старых лабораторных работ. Так, и, собственно, создаю файл, который Zabbix сгенерирует. Zabbix сюда напишет что-нибудь такое вот явно из мониторинга. Вот, ну и здесь две фразы, которые явно относятся к мониторингу, которые, похоже, мы должны услышать, когда что-то произойдет. Вот. Ну и, собственно, сама система фестиваль может работать из командной строки. Вот. Сейчас послушаем, как она работает. Значит, поддерживает несколько языков синтез речи. Вот такой странной инструкции сообщается, что русский язык мы будем. И дальше можно произнести текст. Тут такой у нее командный интерфейс. Ну, не знаю, как слышно в записи. Честно говоря, он сказал эту фразу, но очень тихо. Я, опять же, не буду сейчас... Да, не буду сейчас показывать, как на первом курсе Linux делает громче звуковую карту, тем более, что у нас с вами графического интерфейса нет, и это надо из командной строки делать. Все это делается. В любом случае, можно продолжить тем, что... Также можно пользоваться не интерактивным режимом, а прямо запускать произношение вот в командной строке, да, например, воспроизвести наш с вами текст можно вот так вот, прямо из командной строки. Но самое время сказать, что сама вот эта операция, она очень энергоемкая. И, например, если мы захотим, чтобы Zabbix повторил фразу несколько раз, то гораздо целесообразнее взять вот этот вот текст, который Zabbix, значит, нам с вами записал, и сразу же его превратить в сэмпл. То есть я вот продемонстрирую вот эту вот команду, посмотрите. Значит, вместо того, чтобы заставлять Zabbix воспроизводить, вернее, Asterisk воспроизводить через фестиваль текст, мы заранее в Zabbix создадим сэмпл. Вот. Этот сэмпл, кстати, можно воспроизвести какой-нибудь утилитой Linux, да, как вот пользоваться звуковыми файлами. Да, но еще раз, есть лаба, как громкость увеличить, не буду просто время. Вот. Ну, а на курсе Zabbix мы с вами узнаем, что... На курсе Asterisk мы с вами узнаем, что Asterisk на самом деле воспроизводит звуковые файлы своего формата, телефонные, такого меньшего качества, требующего меньших ресурсов для воспроизведения. И вот сейчас я как раз создал файл вот такого формата, который понимает Asterisk. И теперь могу в Asterisk добавить телефонный номер, который воспроизводит записанный сэмпл. Берем и файл, который мы с вами уже видели, extensions.conf, добавляем. План нумерации, и вот здесь три раза будет воспроизводиться записанный сэмпл в формате, который ближе всего Asterisk'у. Вот, и можно проверить, слышно ли эту запись. 326 номер, ну, много технических номеров в курсе Asterisk'а, и вот 326 там очередной из них. Как мы с вами слышим, уже все погромче, ну, потому что телефон имеет свою там регулировку громкости. Вот. А также мы с вами слышим, что в принципе хорошо бы, воспользоваться возможностью расставлять акценты. А именно в слове провайдер надо объяснить, нашему фестивалю вот с помощью вот этого плюсика, да, что ударение ставится на первый звук, да, об этом мы с вами, на вторую гласную, да. Так, об этом мы с вами поговорим чуть позже. Так, ну и в принципе
как же наш с вами телефон сам зазвонит, рассказывается вот в этой вот строке, а именно можно не звонить самому на номер 326, а можно войти в командный интерфейс астериска, и выполнить вот такую инструкцию, которую изучают на курсе астериск. Сейчас должен сам зазвонить номер 403, вот, ну, либо мобильный номер, если все это делать по-настоящему. Когда трубку снимут, а когда трубку снимут, мы должны услышать сообщение о сбое. Ну что же, тогда мы с вами развернули систему синтеза речи «Фестиваль», подключили ее к астериску, услышали, что воспроизводит записанный сэмпл наш с вами астериск. Ну и, собственно, лаба, ради которой мы все с вами делаем. Настраиваем уведомления через телефонию. Значит, у нас с вами в записи, возвращаемся на курс Забикси, имеются триггеры. Вот. Ну и для многих сюрпризом является то, что триггер по умолчанию ничего не делает. Чтобы триггер что-то сделал, надо объяснить в разделе Configuration Actions, что срабатывание триггеров, Trigger Actions, например, должны уведомляться администраторы. Вот у нас с вами имеется из инсталляции Забикса вот такой вот обработчик событий. Вот, ну, на курсе Забикс он рассматривается подробнее, а здесь мы просто говорим: да, да, пожалуйста, уведомляем всех администраторов Забикс, всех тех, кто входит в группу Забикс администраторы о событии. Дальше, способов уведомления у Забикса великое множество, и один из них состоит в том, что уведомление может запустить некий скрипт. Раз оно может запустить скрипт, то ответ, помните, что может сделать Linux? Что может сделать Забикс? Да, все может. Все может, потому что вы можете взять и написать скрипт. Ну и вот на курсе по Забиксу мы рассматриваем скрипт, который уведомление в чатилку в корпоративную отправляет по протоколу XMPP. А в рекламном вебинаре я хочу продемонстрировать вам скрипт, который будет заставлять Забикс звонить. Правда, здесь, если пойти на курс Linux 3, безопасность систем сервисов сетей, ну, а может быть, даже на курсе Linux 1 в основе, вы узнаете, что некоторые сервисы работают с правами одних пользователей, а некоторые сервисы работают с правами других пользователей. Если мы хотим какие-то разрешения добавить, мы можем воспользоваться замечательной программой SUDO. И в этой программе SUDO разрешить пользователю Забикс запускать любые действия и просить о чем-то астериск. Вот такая вот команда -x говорит, что запусти астериск и выполни все, что угодно. И это может сделать пользователь Забикс. Сохраняем. Так, дальше складываем пазл. Следующий. Значит, фестиваль у нас уже раскручен. Об организации обратных вызовов я немножко показал. Собственно, сам скрипт. Давайте посмотрим. Забикс запустит скрипт. И этому скрипту будут переданы три параметра. Сейчас я немножко его текст прокомментирую. Три параметра. Значит, Забикс передаст идентификатор, кому надо отправить уведомление, кому позвонить. В данном случае это будет телефонный номер. Дальше будет тема сообщения и текст сообщения. Значит, тему сообщения и текст сообщения мы запишем вот в этот знакомый нам файл. Дальше этот файл будет превращен в звуковой файл. Дальше звуковой файл будет превращен в файл звуковой, который понимает Забикс. Далее будет удален, собственно, оригинальный звуковой файл. Вот, на самом деле, наверное, можно и текстовый удалить. Ну, ладно, да, будет удален оригинальный звуковой файл. Останется только тот, который для астериска. А дальше наш с вами Забикс, подняв себе привилегии, выполнит вот эту вот инструкцию. И дальше скажет: зазвони телефон, который описан у нас параметром to. А когда он снимет трубку, то, соответственно, воспроизведи вот этот номер. Если бы все было по-настоящему, то вызов бы выглядел так. На голосовой шлюз, подключенный к телефонной сети общего пользования, произведи вызов мобильного номера вот такого,
А когда владелец мобильного телефона снимет трубку, то запусти вот этот вот звонок, и этот звонок как раз воспроизведет записанный нами сэмпл. Значит, сохраняя файл, не забывая сделать его выполняемым, тоже типичная ошибка, часто сам допускаю ее, слушатели часто допускают. Так, значит, и, собственно, возвращаемся на курс Zabbix, а именно теперь мы имеем возможность создать механизм уведомлений в разделе Administration, механизм уведомлений Media Type. Значит, здесь вот много готовых механизмов, преднастроенных, но еще раз, они все практически используют сеть. Если провайдер упадет, то ни один из них не сработает. Исключение, о котором я всегда с удовольствием рассказываю, вот это вот. Значит, Zabbix может осуществить, например, отправку SMS через GSM-модем. Не через какой-то SMS-шлюз, да, как это все делают, а вот так вот по-настоящему, кондово, по старинке. Вот. Такой лабы, к сожалению, нету, потому что требуется устройство, сим-карта и так далее. А вот позвонить можно запросто. Правда, здесь вот нету медиатайп «звонить», поэтому нам придется буквально его создать. Дать ему какое-нибудь название PSTN, указать тип, что это скрипт, и указать, что это скрипт, и указать, что это скрипт. Где тут у нас скрипт? Вот он, Notification PSTN, только что разработанный нами скрипт. Так, дальше мы должны описать, какое сообщение будет привязано к этому механизму уведомления. Здесь логично предположить, что уведомлять надо только о проблеме. Если проблема рассосется, то можно это уведомление уже получить по сети, если провайдер у нас заработал, да? Поэтому мы ограничимся только уведомлением о проблемах. Так, значит, механизм уведомления будет получать тему уведомления, тема уведомления, звонок с работы, просто будет всегда говорить звонок с работы. Вот, и само сообщение будет тоже максимально просто, максимально простым, чтобы не выслушивать там по телефону, когда произошло событие, понятно, что оно сейчас произошло. Так, значит, шаблон мы с вами модифицировали, а вот что я забыл сделать, это добавить параметры. Значит, этому скрипту будут переданы те самые три параметра, о которых я говорил. А именно, телефонный номер, кому будет звонок отправляться. Следующий параметр будет тема сообщения. Ну, в нашем случае всегда будет звонок с работы, но можно, если что, поменять, придумать. Вот, и это надо будет поменять в Zabbix. Никакие скрипты там лазить не надо. Вот, ну и, собственно, текст сообщения, все, что мы с вами видим вот здесь вот. В темплейте. Так, если ничего не забыл, то надо сказать добавить. Так, ну и, собственно, мы с вами добавили путь уведомления, но теперь должны привязать этот путь к конкретному администратору. Конкретным администратором у нас с вами работает пользователь-студент, поэтому мы с вами, согласно методичке, идем в раздел Administration Users. Administration Users. Так, находим нашего студента и говорим, что уведомлять его надо, используя только что разработанный нами механизм, где там PSTN, вот он, да, механизм PSTN. И отправлять сообщение надо, и вот опять в зависимости от того, в реальной жизни надо указывать мобильный номер, ну а в нашем игрушечном вебинаре, поскольку нету устройства для связи астериска с внешней сетью, Вот такой вот игрушечный номер. Ну и так вот по-хорошему мы должны использовать этот механизм уведомления только для вот таких вот страшных случаев, чтобы нашему администратору не звонил Zabbix слишком часто. Так, говорим обновить. Так, ну и так вот у меня сейчас такой волнительный момент. Конечно, я над лабами работаю, отрабатываю их, но всегда думаешь, все ли сделал, ничего ли не забыл. Сейчас проверим. Сейчас мы с вами уроним интернет. Как уронить интернет на стенде? Ну, идем на наш с вами гейт. Еще раз напоминаю, что на курсе Linux 2 научат вас настраивать вот такую вот машину.
Здесь две сетевые карты, и я просто роняю внешнюю сетевую карту, вот ту, которая к провайдеру подключена. Вот. И если мне сейчас повезет, то в течение 40 секунд примерно должно произойти срабатывание триггера. Триггер должен привести к срабатыванию действия. Действие должно быть доставлено в группу администраторов. Наш единственный администратор там студент. Кстати, не совсем, да, там еще администратор по умолчанию также есть. Так, и для студента мы установили вариант уведомления медиа PSTN, а это приведет к запуску скрипта, а скрипту будут переданы параметры, запустится скрипт, значит, используя параметры, создаст файл. Первый провайдер не отвечает на пинг. Да, все провалилось, все не так. Если вы думаете, что это правильно, то это не так. Сообщение должно быть другое. Преподаватель все-таки что-то забыл. Я знаю, что он забыл. Сейчас мы с вами поднимаем Ethernet 1. Вот, и я признаюсь, что я забыл сделать. Я забыл сделать, почитать свою методичку. Дело в том, что старое сообщение мы с вами слышали. Не новое сообщение, а старое. Старое сообщение надо было удалить, потому что новое сообщение не смог Zabbix сделать. Старое сообщение я создал, будучи пользователем root. Ну, можно вот так вот показать. Вот. И, собственно, сообщение, которое пытался сделать Zabbix, вот видите, да, рутовые все. А, Вячеслав, да. Ну, удаляю. Что делать? Что делать? Так, удаляю. Заодно посмотрим с вами мониторинг problems. Должны увидеть, что проблема у нас resolved, видите, да? И только теперь снова пробую. Снова пробую на гейте интерфейс опустить. Вот, не с первого раза, к сожалению. И опять с волнением жду в течение 40 секунд. Надеюсь на то, что у меня теперь уже не только зазвонит телефон, но и воспроизведет сообщение, которое будет сгенерировано Zabbix. Вот, должны послушать, как оно выглядит. Ну, по крайней мере, там должна быть фраза «звонок с работы». Да, в тот раз мне прямо эту паузу удалось хорошенько озвучить. По крайней мере, в воздухе описать, какие процессы проходят в Zabbix. Теперь вот приходится ждать. Приходится ждать. Так, вот зазвонил мобильный телефон. Звонок с работы. Обнаружена проблема. Первый провайдер не отвечает на пинг. Имя узла. Первый провайдер. Звонок с работы. Обнаружена проблема. Вот, и так три раза. Да, ну что ж, мы видим, что нормальное теперь сообщение. Не нормальное, а именно то, которое Zabbix записал. Так, ну и что мы с вами теперь имеем возможность сделать? Мы имеем возможность, например, несколько провайдеров. Если интересно, у нас есть курс Linux 6. На курсе Linux 6 рассматривается настройка нескольких провайдеров. Там, правда, еще круче. Там и шлюз настраивается. Так. Так, ага, выключаю машину. Там еще и два шлюза настраиваются. Отказоустойчивость и среди провайдеров, и отказоустойчивость среди нашего оборудования. Ну, в данном вебинаре у нас один шлюз. Мы ему добавляем еще один адаптер. Значит, физически это будет та же самая сеть локальная, но логически это будет подключение к другому провайдеру. Сам провайдер тоже есть, все как на курсе Linux 6. Запускаю гейт, настраиваю на нем подключение ко второму провайдеру. Настраиваю подключение ко второму провайдеру. Так, ага.
Так, если посмотреть, то теперь у нас добавился новый интерфейс Ethernet 2. И идем на курс Linux 6 и настраиваем подключение к провайдеру. Еще раз, нам даже сложнее это делается, но в данном случае, обойдемся одним шлюзом. Так, ну и, собственно, вот сеть второго провайдера, тоже мой любимый 13-й адрес, собственно, маска. Ну и если этот интерфейс поднять, Ethernet 2, то с нашего сервера должен стать доступным с нашего сервера второй провайдер 172.16.2.254. Вот он доступен. Это позволяет мне добавить его в мониторинг. Как его добавить в мониторинг? Идем на курсы по Zabbix, раздел Configuration, находим Hosts, находим уже очень похожий узел для мониторинга первого провайдера. Давайте, кстати, добавим сюда вот этот вот плюсик, да, плюсик, чтобы красивый был акцент у нашего. Вот, говорим Update. А также возьмем механизм замечательный в Zabbix клонирования. Склонируем все вот это вот, то, что мы мониторим для первого провайдера, и адаптируем под второго провайдера. То есть что нам надо? Заменить название, заменить описание, второй провайдер. Так, заменить IP-адрес. IP-адрес. Вот, и говорим добавить. И говорим добавить. Вот, дождемся, пока начнется мониторинг. Тоже Zabbix это делает не сразу, поэтому придется немножко подождать. Значит, latest data. Давайте посмотрим данные по второму провайдеру у нас, как только начнут поступать. Так. Второй провайдер, select. Вот по второму провайдеру сейчас где-то в течение минуты полторы должна начаться проверка пинга уже второго провайдера. Да, вот она началась, видите, да? Так, ну и опять несколько волнительный момент. Сейчас я попробую вот этого второго провайдера уронить. If down. If down. И посмотрим, как поведет себя система мониторинга. Ну, пока смотрим, еще раз повторю. Значит, два измерения должны закончиться нулем. Должен сработать триггер. Для обработки триггеров у нас создано действие action. Это action действие уведомляет всех входящих в группу Zabbix Administrators. В эту группу входит у нас студент 1. И в настройках уведомления для... студент просто. И в настройках уведомления студента сказано, что для триггеров высшей степени важности использовать Media Type или механизм уведомлений PSTN. Механизм уведомлений PSTN приводит к запуску скрипта. Скрипту передается телефонный номер, скрипту передается тема, и вот звонок пришел. Звонок с работы. Обнаружена проблема. Второй провайдер не отвечает на пинг. Имя узла. Второй провайдер. Звонок с работы. Ну разве это не замечательно? Все, пошел делать в университете, да, давно надо было сделать. Короче, друзья мои, спасибо, ровно за 45 минут уложился, это очень редко бывает. Напишите в чат, было ли вам интересно. Я останавливаю запись и начинаю рассказывать все перипетии, которые ждали этот вебинар прямо сегодня с утра.